Здравствуйте, мои любимые пользователи. Спасибо вам огромное за то, что вы за меня голосовали в конкурсе «Человек года» по версии сайта. Мне безумно приятно. Я скажу честно, я даже не ожидала. Вот, выражаю вам огромную благодарность еще раз. И мне сейчас будут задавать вопросы, на которые я буду отвечать. Отца писателя Николая Гоголя звали? Ну вы что, блин, издеваетесь? Отца писателя Николая? Я не знаю. Я же просила, блин, не такие вопросы. Николай Васильевич Гоголь. А. Василий? Василий. А кто был первым человеком в космосе? Гагарин. Столица Таиланда? Не знаю. Не знаю, блин, я же простила не географию. Бангкок. Кто написал «Война и мир»? Господи, ну зачем вы такие вопросы? Я не знаю. Подождите, «Война и мир», подождите. Не знаю. Толстой. Двоечник, ты маленькая. Так, какая сказочная рыбка исполняет желание? Золотая. Односторонний договор с собственной совестью. Ну, как говорят. Я не знаю. Сделка с совестью. Сделка? Сделка. Человек, который защищает чьи-нибудь интересы в суде. Адвокат. Какое небесное тело вращается вокруг Земли? Солнце. Земля. Луна. Часть обуви, под которой находится муж у жены. Каблук. Вспомни и назови кинофильм, в названии которого присутствуют цифры. А я помню, 11 мгновений чего-то там, как 11... 11 стульев есть, это 12, не помню, не знаю. 12 мгновений. Не знаю, короче. Не помню. Ну зачем вы такие вопросы, блин? Я не знаю. 12 мгновений весны или как? Я не помню, как он называется. Простите, пожалуйста, что я такая глупая.